следующем году значимая часть мероприятий по трудоустройству будет направлена на обеспечение достойной занятости возвращающихся на освобождение территории наших соотечественников. Об этом заявил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов на заседании Мили-Мажлиса во время обсуждения законопроекта о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год. Он отметил, что осуществляемая работа по развитию рынка труда, укреплению социальной защиты безработных и лиц, имеющих работу. На заседании в первом чтении был принят законопроект о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год, а также бюджет Государственного фонда социальной защиты на следующий год.